Люкса за пазухой, ей кайф, понимаешь? Это временно. Все живы. Спасибо, Ива. Заходите к нам на выставку. Я вас буду ждать. Сейчас. Да. Временный музей. Класс. Слушай, Лен, Сальвадора вешать на вот эту, да, часть? Да нет, я думаю, что прям можно. Это уже прецедент в истории есть. Он произошел, и мне не нужно за него орать. 20-е годы. Надо понимать, что 2018-17 это странно. А вот звезды 20-х годов. Блядь, звучит даже охуенно. Ты про реалист? Нет. Я абстракционист. Вот, ситуация, поэтому... абстракция наша, все. И разговор сейчас тоже. Ну, то есть это была идея о том, чтобы снять документальный фильм. Здесь многие люди вот попадают случайно, но вот это, видимо, энергетика притягивает. Есть вопрос? Да, как человек может развить себе творчество? Творчество – это про ощущение здесь сейчас. За полночь. Это скамейка, наш маленький остров. Длинная змейка, короткий апостроф. Странные вайбы, ночная столица, мне так к лицу выпивать. Простые конфеты всегда выручают. Дети все тащатся от пастилы. Это свобода, как состояние души. Это свобода мысли, как состояние освобождения мозга от каких-то проблем. И абсолютное счастье. Потому что ты чувствуешь себя на своем месте. Для всех, кто... Я тебе рисую. Perhaps an ink squirt to sell a wishing well, a war or a guarantee. Творчество — это не всегда про средства для жизни, но, безусловно, как средство для существования счастья в твоей жизни. Вот такая тема. For you I found a cell on the top floor of a prison. Just enough space for you to fit your feet in if you go. Я думаю, что студия Кайф, то место, где мы сегодня находимся, и организатор — это идеальное название для творчества. То есть все, что тебя вдохновляет, и все, что ты получаешь по итогу как продукт. Такое очень коммерческое, жестокое слово по отношению к нашим деткам. Но, в общем-то, это удовольствие. Удовольствие от процесса и удовольствие от результата. А как найти вдохновение? Очень важно видеть вокруг себя гораздо больше, чем просто перед собой. А все люди творческие? Абсолютно точно, да. Главное вовремя проснуться. И успеть открыть в себе это качество. В каждом спит. Творческие люди все притягивают. Они влюбляют в себя.
Они абсолютно магические. Горят глаза, огромное сердце, теплые руки. Это какая-то абсолютная любовь. Это дурдор. Все люди полубоги. Мне просто интересно. Думаешь, так? Расскажи про себя, про то, что ты пишешь. Мне очень интересно, потому что это очень странно. Ну, я классный, и на этом, наверное, все. Что-то еще добавить-то. Мама Америка, 22 берега.